Всем привет, дорогие друзья, я сегодня буду играть на Пудже, естественно, потому что на этом канале ничего другого больше и не выходит. Приятного вам просмотра, на самом деле, мне не дали Пуджа и забрали VR-ку. Вот, точнее, мне пришлось забрать VR-ку, мне не дали Пуджа, и я с ним свапнулся. Я уговорил его, чтобы он мне отдал Пуджа, и он мне его отдал. Как ни странно, хотя это очень странно, но он это сделал. За что ему большое спасибо. Вот, так что, продолжаем. Попробуем сегодня сделать что-то интересное. Так, здесь воет, воет с кем? Воет, воет, наверное, с... С кем здесь воет стоит? Подождите, почему у них два... Они 2-2 линии ставят, воет огр плюс... Угу, ладно. Орбов и ном, ну это и понятно. Отлично, фласку мы выпили. Как же больно он наваливает, а? Толгар. В общем, мне нужен хук. Ладно, ждем, ждем хук. Ничего не выдумываем, потому что хилки уже толком-то и не осталось. Так вот быстро вся хилка и закончилась. В меня кинул, окей. Так, хук имеется, отлично. Да, ну нет. Да, блять, что у всех такая за хуйня? Ну почему? Почему это постоянно происходит? С ним, наверное, никто не впасть. Ура! Ура! Нам не пришлось долго ждать. Отлично. Это хорошо. На МТС просто ВР-ка играет, нормально все. В ВР-ке все хорошо, ВР-ка на МТС. А, за мной Огар идет зачем-то. Окей. И что, долго он будет за мной идти? Сейчас попробуем инвокера. Так, аккуратненько. Не больно. Да дай ж ты ему тычку, господи. Ура. Ура. Руна сверху. Поехали. Тапочек. Так, и чё, и фласочку, да, наверное, возьмём. Куру реюзим. Сейчас пусть Кура тоже заберёт. Хаоса, наверное, то бар убежит. Реюзнули на шторма, погнали. Погнали за... получать опыт. Ну, смотри, Огр сообразил сразу, что ему нужно делать. Молодец. Чего? Что? Ну, смысла нет. Сейчас я третий получу. Погнали. Попробуем еще раз хукнуть его. Так. Так. Так.
Что это такое? Он меня не видел? Он меня не видел. Очевидно. Разменяли мидера на мидера. В принципе, Огр тоже делает грязь, тоже гангает нашего мидера. У меня мана, если что, пока что. Так, а шторм так и не чекнул, да, руну, я так понял. Ага, здесь нету, окей. Руны, руны, Верка, руны забери. Не знаю, успею здесь взять или нет. Вайпер? Разбег потратить. Боже, Огр... Что? Почему он за мной ходит? Что за бред? Огр за мной по пятам ходит просто. Что за фигня? В принципе, это было очевидно, но если он сейчас выйдет из инвиза, а он вышел из инвиза, и сейчас ночь, в теории он меня не видит, хотя хз, может и видит. Но сейчас ночь, по идее, вижена очень мало должно быть. Может, у него вард стоит, а Могр уже подходит. Блин, вард падает. Хреново. Вард упал. Нет, сверху руна. Уходи. Мне нужно опыт получить. Можно Вайда попробовать убить. Нахрена он линию пушит. Фига себе, у меня рейндж. Дикий. Дикий-дикий рейндж. Так, ты без орба фенома, окей. Стоило, у него купол есть, аккуратно. Здесь мы уже вряд ли что-то придумаем. Так, ну мне, короче, просто на опыте стоять. Я не знаю, мне больше, в принципе, делать нечего. Ты куру забираешь, я не понимаю. У меня второй раз куру. Конченый совсем. Я по идее не могу принести. Чё ты орёшь? Я перенаправил на тебя. Она просто была возле базы, я ее реюзнул, чтобы мои тоже артефакты забрала. Так, Огр, судя по всему, за руной идет. Да, так и есть. Шли на шрайн. Стаки сделать. Помоги, Верка. Верка, помоги. Ну, серьезно? Ясно. Но килл мы, конечно, сделали. Сделали, и это хорошо. Это приятно. Надо урну дособирать. Давайте оставим здесь курьера. Сейчас мы вардишки поставим. Инвокер, попушить надо. Куда ты ушел? Вот цикло, а. Восьмой левел, Мидас. Блин, у инвокера вообще все шикарно.
Да ты задрот, оказывается. Так, что дальше? А, на меня Бара бежит. Есть хелп в мид? Помощь нужна. Я иду, я иду. Блин. Ох уж эти санстрайки. Да не-не-не, у вас мана нет, куда вы идете? Зачем давить, если ты не тянешь? Куча экспы! Поехали за экспой! Книжечка. Кайф. Просто отлично. У меня есть ульта. Мы его можем попробовать убить. У меня есть ультимейт. Стрелу, 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 стрелу! Ох ты, блин. Подождите, сейчас банку с маной поймите. Чё так быстро? Он замаксил прыжок, офигеть. Иди сюда, Джиггернаут. Просто взял и замаксил прыжок, вот уродец. Так, здесь рунка. Рунка. Не рунка, а вард. Что, что ты несешь? Чё они делают? Зачем они так давят? Куда они пошли? Куда они пошли? Они что, дебилы? Вашу центральную башню атакуют. Почему бы Пуджу экспы не отдать? Где-то инвокер лоу хпшный. Был лоу хпшный. Уже он не лоу хпшный. Был лоу хпшным когда-то, но это было давно и неправда. Ладно. Пока что ничего не выдумываем. Но мне нужна руна. Тридцать голды. Голдраса, голдраса. Так, хорошо. Силы света укрепили свои сооружения. Шторм уже шестой. В принципе, у шторма, по идее, проблем не должно быть. Но вот там... Шторм, там надо Вайда убивать. Потому что у Вайда все шикарно. Может, огр заберем? Вайда убивать нужно. Какой огр? Ты его не бьешь. Вот меня прикалывала всегда эта тема. Все, мы справились. Пошли. Ага, так я умер. О, это задунается как-то. Это не получится. Без соуринга слишком сложно. Ну ничего, это не важно, мы убили Кора. И это самое главное. Ну давайте стак. Джага. Ну, у Джаггернаута, в принципе, тоже нормально все.
Лукер пытается выформить себе огни. Мне, наверное, так, нужны так, дастики. Нормально. Нужен мид в этот, в арт в миде. Слушай, я тоже штану. Сейчас ночь. Они меня не видели. Не видели моего кука. У нас снизу проблемы. Вайда сейчас заберу. Помогите Вайда убить кто-нибудь. Вон Верки. Ну, Верки мало будет. Более Верка без маны. Шторм, помоги Вайда убить. Он будет прыгать, поставит купол. Там санстрайк сейчас будет. Блин, вот этот талант, конечно... Реген, шторм, реген. Возьми ты, он уже летел. Ну, в жопу этот талант. Иди, бери, я не взял его, иди бери. Он там за деревом. Регенерация. Если сейчас Вайда еще раз убьем, вообще будет шикарно. У меня досты есть, можно инвокера убить. Да, лучше убить. ТЦК мы вряд ли убьем. Хотя хз, может и убьем. Го убьем. Он ничего не сделал. Там инвокер идет. Давай, инлокера тоже надо убить. Так, меня Бара убьет. Я задонайлся. Денайчик нормальный такой. Неплохо получилось. Помогите шторму кто-нибудь. Что, никого нет? Блин. А я улетел. Второй кинг. А, уходи. Стой в миде, я сейчас прилечу, ботл мне дашь. А, ты на шрайн? Давай я на шрайн прилечу, ботл заряжу тебя. Ну а чё ты не дал? Чё ботл не дал? Чё за фигня? А, даггер покупать. Давай попробуем его убить. А, здесь огр. Давай игра убьём. Давай, агра. Помоги агра убить. Там пламен вокер. Блин, плохо. Ну я умру. А ты убегай. Дэнай. А, помоги вы там, и соседи засверлили. Кайф? Что может быть лучше? Давайте, ребята, я вас верю. У меня КД на ТПшке. Инвокер умрет. Да, инвокер-то умрет. Я не могу прилететь.
2 секунды еще целых. К сожалению. Он же умрет. А, нет, не умрет, он всех хп остановил. Ах ты засранец. Не, ну типа я Кура еще одного убил. По-моему, неплохо. Сука, мне дали за него. Просто у меня соседи с ума сходят. Я просто не говорю в этот момент, чтобы не засорять микро. Просто если я молчу, значит происходит ад. Вашу центральную башню атакуют. Так, даггер имеется, отлично. Еще фарма, надо его брать. На самом деле, талант этот на экспу, он, конечно, крутой, 30% это реально много. Но игнорировать такой большой урон от второй способности тоже как-то хз. Просто левый талант, он тоже супер сильный. Я, честно говоря, не знаю даже, какой из них лучше. Наверное, если у Пуджа все супер херово в игре, то лучше, конечно, опыт брать. Очевидно. Но у меня все неплохо, у меня с экспой вообще все хорошо. Там вроде бара бежит. Или... Вашу нижнюю башню. Ай-яй-яй-яй. Да нет! Иди в жопу! Нет, отстань. Все, да, на меня пошли. Я вас понял. Тупо все на меня переключились. Пуш самый важный герой в доте. Надо убивать его. Так. У нас джаггер на фрифарме. Как говорится, Space Created. Это хорошо. Глиф никто не прожимает, проверяйте. Ну отпушьте крипов, вы чё? Да убей же ты инвокера, ты жизни его убиваешь, ты штормя, ты чё? Что не так с ними, господи? Ультани, шторм. Ну посвятите мне кого-нибудь. Просто жесть. Нам нужен вижен на карте. Так, он до меня не достал. Это хорошо. Прокаст потрачен. Минус 2. Отлично. Мы... Ага, варды мы реюзнул, принесет себе лотар. Лотар... Ну блин, джаггер нормально нафармил. Мы ему столько пространства дали в игре. Шторму вообще пофигу. Я ему попинговал, но ему насрать, по-моему. Мне нужен Spirit Vessel. Ну, добей же ты вышку, господи.
Спирит Весел готов, отлично. Можно шрайн юзнуть. Что? Я юзну. Нижняя башня противника разрушена. Все, варды летят. Спирит Весел летит. Сейчас заворожу всю карту. И чё вы боитесь? А все, он умрет. Он умрет. Давай, бар убьем, бар убьем. Блин, там купол будет. Не сказать, что это плохо. Бару хотя бы убьем. Ну куда ты на всю ману, у тебя маны нету. Сейчас умрешь тоже. Торм очень плохой. Джаггер, может начнешь с командой уже играть, как бы пора. У тебя артефакты есть. Пора как бы с командой начать играть. Просто нам уже тяжело без тебя драться. Давай, подсоединяйся. Ты там... У тебя ульта в максималку, ты там с ульты половину поубиваешь. Пойди, пойди венику помоги. Убей, убей, он блин потратил. Хорош. Вот и все, и играть сразу легче стало, да? Варды поставить, я их так и не поставил. О, найс. Чисто, чтобы варды поставить. Кайф. Главное Spirit Vessel накинуть вовремя. Давайте, мы можем сейчас закончить игру. Аккуратно. Хорош армлет обузить. Помогите убить его. Ульта 7 секунд. Я хукну. Хукну, хукну, хукну. Все, мы всех убили. Бегбешечка. Да все, 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 отойти, отойти, пойдем Рошана заберем. Джаггер, пойдем Рошана заберем. Я стики продам. Почему на Рошана так же, как на крипов, долго не действует ультимейт? Я с инвиза могу утонуть в кого-нибудь. Вот, например, в бару.
курьером. Я не успел. Ладно. Юзаем на шторма. Я у них, короче, на базе постараюсь как-нибудь забрать. Мне нужна мана. Кто может ману дать? Хорош. Может подстраховать кто-нибудь? Все. Все. А вот, смотрите, что это такое? Давайте вверх сломаем. Пойдемте, я потанкую, Джаггер. Может, уже закончим? Они нам не дают закончить, если ты не видишь. Джаггер, где? Зачем ты лес фармишь, братан? Ты что, гонишь? Мы закончить сейчас можем, а ты лес фармишь. Ну, там типа челы уже ресаются, уже поздно, понимаешь? Ну давай, ломай. Пусть ставит свой купол. А я не знаю, у меня потянет сейчас? По-моему, я сейчас очень сильный. Так, это не настоящий, вот он настоящий. ГГ? Wicked sick. Не, ну нормально, нормально. Ну, без коммуникации с командой это было бы супер тяжело. Потому что слабые игроки, что в моей, что во вражеской команде.